Всем привет, с вами Булавцев Михаил, и сегодня я хочу рассказать вам о потрясающей серии для ухода за кожей лица для мужчин от компании Oriflame Novage Men. Состоит она из 4 средств, сейчас мы с вами их опробуем на себе и расскажу чуть-чуть подробнее о каждом. Воспользуемся длинным ободком, чтобы кожу в лба могли спокойно помыть. Нам необходимо смочить сначала лицо. Смочили лицо, наносим наш гель-скраб. Он такой черный, с углем. Растираем по лицу и наносим. Учитывая, что у меня есть борода, она немного мне экономит средства. А так, необходимо наносить на все лицо и шею. Все три средства. Для глаз у нас только для глаз. Чувствуются крупинки скраба. И сейчас, особенно в летний период, очень приятно умываться данным средством. Можно даже чаще, чем один раз в день. Приятно освежает, тонизирует лицо. Итак, умылись. Нам необходимо смыть все теперь. Смыли. Лицо теперь необходимо вытереть. Продолжим. Для особо одаренных, которыми мы и являемся, мы мужчины, компания Oriflame, чтобы мы не запоминали, не записывали себе шпаргалки, в какой очередности и какое средство необходимо использовать, компания Oriflame специально продумала маркировку. Один квадратик – это значит первое средство, два квадратика – это второе средство. То есть можете не запоминать, что они, как они называются, для чего они нужны. Просто где мазать, в какой очередности, вы уже увидите по квадратикам. Итак, использовали тонизирующий крем для кожи вокруг глаз. Он у нас с металлическим шариком. Тоже приятно в летнюю жару освежает. Третий шаг у нас идет сыворотка. Сыворотка. Она у нас идет... Сыворотка-активатор подготавливает кожу для питания кремом. Опять же, все зависит от того, она вот как гель такая, все зависит от размеров вашего лица. Мне достаточно одного нажатия с учетом наличия бороды. И вот такими вот похлопывающими движениями от центра лица к сторонам и к носу, к центру, мы наносим сыворотку. Излишки можно по рукам, если таковые имеются. Опять напоминаю, что мы наносим эти средства полностью на все лицо, лоб и шею. И заключающий этап у нас крем, увлажняющий крем. Смотрим, 4, четвертый шаг, 4 квадратика. Все, больше нам запоминать ничего не нужно. Также одно нажатие. Мне хватает. Размазали чуть-чуть по рукам и по лицу. Конечно же, лоб и шею для небородатых. Итак, друзья, мужчины, вы видите, как ухаживают за собой женщины. Конечно же, для того, чтобы вы могли рядом с собой наблюдать приятную, ухоженную, красивую женщину. Давайте позаботимся, конечно же, и о своей красоте, чтобы женщина гордилась нами, гордилась собой, что рядом с ней красивый, обаятельный, ухоженный за собой мужчина. До новых встреч, пока-пока!